Видели жулика, блин? Как он не умер с первого спрея? Охренеть. Я, кстати, ппшками стреляю. Второй там, что ли, еще где-то есть? Двое. Блять, кто-то еще бежит. Служивый! Понятно. Черная метка в действии. А, у него эта маска, вы хотите сказать, дефнула ппшки? Ну, не знаю, звучит как дичь, по-моему. Четвертый класс брони, кстати. Этого я убил. Второго взорвал. Найс. О, нифига, с новым ганом тут уже был чел. КМС, кстати, вот сломанный. Наверное, нет смысла его трогать. Особо. Это что за броня у нас? Третий класс.
Еще один юсек. Эх, жетончики бы ваши вынести. Было бы неплохо. О, они переделали кобру. Капец, она яркая. Ну, кстати, с новой отдачей как будто бы норм. Для ближнего боя пойдет. Так, что у нас получается? 4 ЧВК. Сколько из них юсейки? Как будто выше прицела летит. Он на выход убежал? Чел, ты чего? Эти геймеры. Какие же они сильные. Чики-прики. Двое? Кажется, двое. Гранату готовят. Нифига себе, она залетела, интересно. Еще одна граната. Бля, он живой. Hey man, you wanna be chill or no? Похилься. Вот как это делается, ребятишки, бля. Может, говорит, мы расслабимся? Чё ты там кричал мне со своей подружкой, блин? Вот теперь отдыхайте, расслабляйтесь. Спенс Ютуб. Угу. Блин, слушай, у него броня хорошая. А в моей сумку она не поместится. Придется делать вот так. Перешакивай, там реально удобно. Я перепрыгнул. Второй этаж. Били, убили, убили, убили. Ну, кровотечение не надо. Руку ломать.
Кто-то бегает под большой стройкой. Встречаю. Убил второго. Да, нормально, ничего не шли. Не, да. Там, ну, там уже подходит. Большой. Бил. Это вот был. Че, магазин просрал или че? Нормально. Три полных. Где? Наверху. По-моему, ты вот этого верхнего должна была убить. Угу. Нижний твой, ну ты знаешь. Да, это я. Это будет долго, Шайтаныч. Че такое? Что-то тяжелое нашло. Да. Автомобильный? Угу. И хрен я его тут оставлю. Кто-то бежит. С квестовой двухэтажки. Там бот был. Да не ширкайся ты. Там бот разговаривал. Я понимаю, но он шифтанул и прошелся по железу. Вроде бот. Бота на рут бьешь? Где был? Выбегал к нам. И там еще один. Да. Где там? У остановки. Автобусная остановка или стоянка? Да. Стоянка. Ты сверху его убивал? Нет, снизу. Угу. Один перебежал, второй то ли там, то ли уже... Ну, вроде... Слышу. Не знаю, где он. Проломе с синей каской. Большой пролом. Блять, боты. По-моему, что-то летит по мне. Граната. Я ему. Не, он встал где-то, не шевелится. У большого пролома он стоит. Сейчас я попробую выйти с этого. С контейнера. Да, он его стоит. Магазин проверяет. Побежал. Куда? Через вижу. Дорогу перебегает. О, нет. По зелёнке. Бил? Бил. Что-то кто-то там еще шевелится. Ну, слушай. Прямо от руки где-то убил. Я вот уже бегать, на стройку поднялся. Там есть. Бот сейчас к нему выйдет. Пускай проверяет. По кустам идет бот.
На АГС-ке, возможно, еще одного убил. Ботик? Да. Ну, он как будто прошелся по тому чуваку, который твой труп, но не среагировал. Так они лутают их на ходу, не останавливаясь. Мимо проходят, смотришь, уже оружия нету там или сумки нет. Но там просто было шевеление, вот прям вот, где ты убивал чувака, прям на этом месте. И он вроде крякнул, но он и не хилится, и не крякает. Бот орёт. Прям в кустах вот тут где-то. Я не знаю, куда это всё забить. Да мы всю карту убили. Я знаешь, что предлагаю? Сумки спрятать. Я сбегаю. Я сбегаю до старой, заложу там наливняк. И выйдем. То есть не выйдем, а надо же нам туда еще идти. Вот тут вроде орал. Я вот тут спрячу сумку. Вот эти два фраера, это мои? Вот что ты психанул. То есть ты даже ни хрена не посмотрел. Убили твоих двух подружек, короче. Ты обиделся и пришел сюда ныть. Все. Вопрос исчерпан. Твои подружки больше мужики, чем ты. Извините. Я мой француз. Человек, короче, не видит, что происходит, и сидит, короче, что там прятать. А ты умеешь хамить. А? Да нет, ничего. А это чья сумка лежит? Думал, твоя. Нет, вот это. Ну это моя, но старая. А. Справа. Забирать, тихо, понимаешь? Тихо. По-моему, наш нож забрал. Он... Бот. Лечела бот. Мне кажется, чела бот был, да, убил. Опасно было оставлять его в живых. Аня, шмотки наши забрали. Ты серьезно? Да. Тип прямо здесь, за бочками у меня. Ты где? Чтобы тебя не пристрелило. В бочках. Вон чела бот. В кармане. Убил. Сучка. Я говорю, второй тоже тяжелый был, скорее всего, тоже забрал. Ну, сходи, посмотри, он вдоль забора, там вдоль дороги лежит. Угу. Я не видел у него, по-моему, сумки на спине. У него была сумка. Он ближе к нам, да, к нашей стороне? Да, правая сторона, вдоль заборчика маленького металлического. Моей нету, да? Сейчас посмотрю, да. Он забрал оружие, короче, скинул дробаш и свою сумку. Станыч, если будешь выходить на улицу, я сначала бы не убил. Он куда-то, короче, за забор зеленый забежал, с другой стороны, стороны насыпи. Угу. Учти. Я нычки стою, магазин закидываю. От жулик, блять. Ёпа. Да потому что ты так положил, прям около сумки, типа, давай, заходи, вот эту сумку, заодно мы шмот забери. Она убила. Здорово, бошку не вижу, не знаю, убила или нет. Пошли. Это ты с типов такую собрала, пушечку? Да. Да вот что они расстроились, походу, да? Ну, мне за что-то классно, кажется, больше расстроились, чем за пушки.
Да, четвертый класс сейчас как-то хер пойми. То он работает, то не работает, блин. То тебе в подмышку попали, то между пластин, блин. Сколько мы наубивали-то там? Раз, два, три, трое. Ну-ка, было убийство издалека. 100 метров ровно. Но вот этот не залутан, значит, я убил на АГС-ке, типа. Да, очень странно теперь стреляет пистолет. Не-не-не-не-не! Куда ты, блядь, полетел? Я ранил его, но у него каска, походу. Есть. Ну, чё ты там... А, он сдох. Подожди, а чё, я квест не выполнил, что ли? Надо немного ниже теперь целиться, чат. Чел не лутается. Меня слышно, чат? Стримы не дропнулись? Или это чел просто забагованный? Понятно. Понятно. О нет, оно откатило назад. И квест, наверное, не засчитается сейчас, да? Сука, квест не засчитался. Поиск. Добавили новый паркур. Ага. Ага, удачи тебе, хорошего настроения нет. Кстати, нету ни единого звука, как ты там ходишь снаружи. Что ты вот там прыгаешь, лазишь, просто ноль, если что. Вот теперь был немножечко такой хш, как ты отталкиваешься. Не-не, не прыгай. Прыгай прямо под окном. Типа пробел, прыгай и, ну, что там у тебя? Короче, чтоб лезть, перелазить. Mm-mm. Я вот нажал пробел, а потом В. И как бы спамил В постоянно. Ну, иди в обход туда. У меня ЧВК. Стоял тут все это время. Первый убил. Сука, тоже ни единого звука не было. Не, менее 25 я только что сделал. Кто-то слева бегает. Бот. Залез наверх. Ты меня убила? Да. У меня даже звука не было. Я думал, меня Леня убил. Твою мать. Я просто иду и упал. Так, где там блокнотик? Аня сделала первый килл за этот вайп. Ах ты черт! Меня убили. Ай, блядь. Не пойдем в лес.